Приветствую. Сегодня у меня такой вот смартфон. Знаете, да? Сломанный дисплейный модуль. Тачскрин. Blade L2 Set TTE, китайский бренд, довольно старый, давно появились они на рынке сотовых телефонов, эти модели. Одно время пропали, потом опять появились. Вот, ни разу не разбирал данную модель. Давайте посмотрим, что там внутри. И попробуем заменить дисплейный модуль. Тач реагирует, слышу звуки. Итак, скручиваем винты. Заднюю крышку. Так, ищем разъем. Вот я вижу разъем дисплея. И где-то вот здесь вот наверху разъем тачскрина. Так, пока не вижу возможности проверить все это дело вместе. Только вот так вот подсоединить. Давайте, наверное, все же снимем дисплейный модуль сначала, потом уже все остальное. Отсоединяем батарею. Соединяем разъемы. Нагрели периметр. Так, здесь нам необходимо, хотя, по-моему, все нормально пролезет в отверстие. Не будем пока
снимать системную плату. Видите, да, конструкцию, в принципе, заменить можно отдельно стекло, отдельно дисплей, не склеенные они между собой. Давайте ставим, проверим, вставляем разъем тачскрина. Довольно неудобно вставляется. Аккуратно вставляем. Вставляется впритык драйвер тачскрина. Давайте проверим, если все работает. После этого проклеим и установим. Подключаем дисплей, подключаем тачскрин. Батарею включаем, смартфон. Появился Android. Загружается телефон, проверяем тач. Появился бренд. ACDC. Как видите, все работает. Все работает. Так, выключаем смартфон. Выключаем смартфон. Снимаем батарею. Снимаем дисплейный модуль. Аккуратно вытаскиваем разъем тачскрина с драйвером. Не хочется его трогать. Я думаю, не будем его трогать. Чего его дергать? Проклеим так, как есть. Итак, друзья, все уже знают, как проклеиваются телефоны. Снимаем старый скотч, лепим новый. Проклеивать будем акриловым скотчем. Вот. В последнее время клею только им. Довольно крепкие.
надежный. Лучше того предыдущего, которым проклеивали. Поэтому советую всем. Далее старый скотч. Так, он выглядит, акриловый скотч. Тонкий, толстый, есть еще толще. Я заказал только такие. Итак, после проклейки продолжим снимать. Итак, друзья, продолжаем снимать. Видите, да. Проклеил акрилом. Периметр вставляем. Вставляем дисплейный модуль. Довольно простая замена. Данного дисплейного модуля. Прижимаем к рамке дисплейный модуль. Вставляем батарею, закручиваем. В общем-то, на этом все, наверное. Закручиваем винты. Итак, друзья, это был сет ТТЕ Blade L2. Замена дисплейного модуля. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.